Ребята, всем привет. Сегодня уральские активисты из числа коммунистов отмечают годовщину 96-ю смерти Владимира Ульянова Ленина. Сегодня они пришли в парк имени Кирова. Сейчас это называется парк, городской парк культуры и отдыха, для того, чтобы помянуть этот день. За два дня зарплату выдали. Не сдавайтесь, главное не сдавайтесь. Нет, вы топите, нет, темный сок. Зарплата уже есть. Даже впустую вот так вот. Кедом размахнем. Это аллея памятников. Вот это памятник, то есть бюст Фурманову. Раньше стоял в центре города этот бюст. Парк имени Фурманова. Фурманова, да? Фурманова, который у нас отняли у города Уральска и построили там корыто под названием Атриум. Это Чапаев тоже стоял в центре города Уральска. А, вот это Киров. Он стоял здесь. Здесь, в парке стоял. В центре. Ну и вот Ленин стоял в центре города. Сейчас на месте Ленина памятник Сырым Датову. Даже опередили Кентука, да? У КНБК, наверное, деньги закончились. На венок даже не нашли. На венок даже не нашли. Финансовый кризис. Кем-нибудь. Вот они вспоминают, что надо сюда пойти. Я видел, вот так красиво, молодец. Уважаемый товарищ, мы сегодня в очередной раз пришли почтить память великого гения мирового значения Владимира Ильича Ленина. Сегодня 96 лет, как капитализм, борясь с ним, сделал все, чтобы он преждевременно, будучи молодым, ушел из жизни. Мы с вами здесь встречаемся каждый год и по несколько раз. И что-то новое уже, наверное, нельзя открыть. Мы говорим, что он привнес, какое социальное государство создал основу этого государства. Поэтому капитализм ему мстил с 17-го года, сейчас мстит и будет мстить этот дикий капитализм, в том числе и в нашем Казахстане. Почему? Потому что в мире идет борьба между злом и добром, между справедливостью и несправедливостью, между капиталом и социальными направлениями. И мы видим сегодня даже, что как молодежь, население Казахстана, других стран начало взывать к справедливости, той социальной справедливости, которая была заложена Владимиром Ильичем Лениным. Но мы должны признать то, чем дальше будет время уходить, тем больше капитализм будет на него навешивать разные ярлыки, приклеивать ему разные злодеяния, только с одной целью: чтобы удержать свои капиталы, удержать своих рабов, крепостных, или понимаете, как хотите, в узде,
и чтобы они, как по Марксу, приносили им прибавочную стоимость, на которую они могут шиковать, ездить по всему миру, быть хозяевами всего и вся, а народ загоняя в нищету и в долготу. То есть вам, им яхты, а народу высокие цены, высокие тарифы, абсолютное бесправие в правах человека. Но молодежь, когда все равно добьется, она поймет, что без тех основ, которые заложил Ленин, а это бесплатное образование, бесплатное лечение, бесплатное жилье, это уверенность в завтрашнем дне, это чтобы министры получали зарплату, а не доходы от своих прихватизированных, так называемых, предприятий, заводов и фабрик. А давайте вспомним Ленина, когда он поселился в маленькой комнатушке под названием «Классная дама». Всего несколько квадратных метров, и он установил зарплату своим министрам, членам совнаркома. Мне подскажут и подтвердят. На уровне средней зарплаты рабочего. Все, никаких льгот, никаких привилегий. Вы можете себе представить, чтобы наш министр правительства Казахстана, и в России, какая разница, или депутаты имели зарплату рабочую и обладали теми же правами, что и рабочие. Вот почему сегодня так капитализм делает все, чтобы очернить имя этого светлого человека, которого познают во всем мире. И подойдет время, та молодежь, которая сегодня добивается, чтобы все же справедливость, и они поймут, и придут к учению Ленина, придут к его опыту. И правильно Сталин сказал, помните, много мусора нанесут на его могилу, ну и на Ленина, и на всех. Но ветер истории раздует этот, снесет этот мусор. Поэтому спасибо вам, что вы находите в себе мужество в условиях вот такой диктатуры сегодня капиталистической. Когда мы видим, что даже одного человека выходит, если его хватают, сажают, его там издеваются над ним. Мы же все это видим. Мы не хотим, чтобы это было. Мы хотим, чтобы молодежь наша была просвещенная, умная, целенаправленная. И все сделала, чтобы действительно для населения страны, Казахстана, сделать все социальные блага, те, которые были при социализме. Был у нас социализм. Говорят, у нас не было социализма. Помните, на заборе было «Верните нам социализм». Идем на следующий день, написано, у нас социализма не было. Третий день идем. Что внизу написано? Верните то, что было. Верните, чтобы Мясникову крышу отремонтировали. Верните, чтобы Светлана Васильевна за лифт не платила. Верните ему, чтобы у него лечение было доступное. Чтобы образование было доступное. Чтобы мы с вами были спокойны за детей наших и внуков. И чтобы, уходя туда, как и Владимир Ильич Ленин, мог сказать, что да, он что-то сделал для страны, для общества. И хотелось бы Островского вспомнить. Помните, что жизнь надо прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, и чтобы не жёг позор за мелочное прошлое и подлинное прошлое, и чтобы, умирая, он мог сказать, что все силы, все отдано за освобождение человечества. Вот этому посвятил свою жизнь наш многоуважаемый и, наверное, будет жить в веках Владимир Ильич Ленин. Спасибо вам. Так, товарищи, я благодарность Ленину.
из прошлого, советского, был гимн, ну, каждой союзной республики гимн был. В этом гимне воспевалась свобода и достижения всякие, и за это достижение давалось, как говорится, по заслугам хороший этот самый. И вот, вот этот текст, этот самый гимна Казахской ССР, от казахского народа, ну, от казахского народа не этого времени, а того прошедшего советского периода. Біз қазақ ежелден еркіндік аңсаған, бостандық өмірмен арышын жан қиған, торлаған тұманнан жол таппай тұрғанда, жарқырап Лениндей күн шығып атты таң, жасасын Советтер одағы, жеткізген еркіндік теңдікке, бастайтын елдерді бірлікке, женіске, шаттыққа, ерлікке. Поколение старшее уходит. Надо отметить, что не так давно умер наш лидер казахстанский коммунистов Серикбалсын Абдильдин. С ногами кажется плохо. Поэтому вот так вот люди уходят, оставляя светлый след в жизни. А памятники Ленину как сносили, так и сносят. На Новый год узнал, что в Бурлине, в высшем райцентре, это там, где Корчаганак у нас богатое месторождение мирового запаса углеводорода, памятник сняли, лежит, оказывается, во дворе маслихата. Кому он помешал, непонятно. Воспитывать на духе ленинизма, патриотизма молодежь почему-то не хотят. А дети все равно спрашивать будут, а почему памятник здесь лежит? Кому он помешал? Его, скорее всего, уберут, чтобы он глаза не мозолил. Вот такое отношение в Казахстане к Ленину, оно все равно отразится на том, что так с вождями не поступают. Притом он вождь мирового пролетариата, не только Казахстана, там России или Советский Союз после этого был. Поэтому вот мы приходим сюда, возлагаем этот веночек. Коммунистическая партия, которая у нас есть в парламенте, она получает хорошие деньги. У них есть аппарат, который вроде бы от ленинских идей еще не отказался. Недавно Косарев вот, критиковал немного, но больше все хорошо, мои хорошие. Так это прислали мне видео. Что вы возмущаетесь? У нас все хорошо. Идет рост, огромный рост. Чего рост, не знаю. Хочу привести пример. 7 ноября в газете «Талап» написано, что из 234 тысяч гектаров собран урожай по области. Там 11 или 10 центнеров с гектара и все. Хочу напомнить, что когда я участвовал на хлебоуборках 30-40 лет назад, в совхозе «Правда», в одном совхозе, было 45 тысяч гектаров паханных земель. И собирали огромный урожай. Я был в Кызылту 3 года подряд. Практику на комбайне проходили именно в совхозе «Правда». Поэтому вот эти вот параллели, они, ну, не вяжутся. Даже меньше, чем один район, это вся область посеяла. Там Чингерлаусский, Бурлинский, Приуральный, сейчас другой район, и Джамбетинский. Поэтому вот когда у нас не хватает зерна для сельских жителей, чтобы курочек прокормить, как раз и приходит на память, что после начала и последующем освоении целины у нас зерно не знали, куда девать. Не успевали машины вывозить. Все зерна
хранилища были переполнены. До середины зимы вывозили зерно это. И мы никогда не чувствовали, что цена на хлеб поднимется. А сейчас все подходят, а опять подняли, через неделю опять подняли. То на булочки, то на хлеб, то на социальный хлеб. Поэтому кто вот эту вот несуразицу у нас в области, в городе, в правительстве объяснит, почему так происходит. Люди уезжают с села, вроде сейчас там и газифицированы, и дороги строят, а молодежь не хочет там жить, потому что нет никакой перспективы. Поэтому на эту тему можно говорить очень долго, долго, подробно. Кто хочет информацию, тот ее получает. Видит, как у нас падает и промышленное производство, и предприятия уже позакрывались все. Сейчас вот поедем на арматурный завод, там памятник Ленина, слава богу, еще стоит. Огромная благодарность нам всех хакимов, которые были, начиная от Джакупова. Этот памятник оттуда перенесли сюда, здесь пока не трогают. Вот спасибо им, что они нам разрешают. И недавно, когда мы разрешение спрашивали, беседовали с нами аким города, он говорит, мы же вам разрешаем приходить к памятнику, понимаете? Они нам это разрешают. Василий Иванович, я что-нибудь передернул факты? Нет? Мы все нормально, были. Вместе были. Ну вот я поэтому говорю, они нам, департамент внутренней политики, говорит, мы же вам не запрещаем приходить летом, когда начало войны, на 7 ноября, на День Победы. Я ему сказал... На День Победы я уже, наверное, 15 лет держу этот большой флаг, который, наверное, самый большой, не только в Казахстане. Но меня не пускают туда, хотя День Победы. Поэтому вот многие вещи, которые без объяснения становятся. А так всем спасибо, всем здоровья, все, чтобы у всех было хорошо. ЖКХ пришли проверять мою худую крышу на 9 этаже и говорят, с праздником. Я говорю, какой праздник? Да, объявили 3 дня праздник. Я говорю, не знаю, кто объявлял, но сегодня, говорю, День памяти Ленина. И может, и мы гулять пойдем?